Обычным лаком для ногтей можно подарить вторую жизнь и смастерить из них вот такой цветочный аксессуар. Для работы приготовим несколько лаков разных оттенков, проволоку и флористическую ленту. Также пригодится вот такой бублик. Приступаем. Нарезаем проволоку на несколько кусочков длиной примерно 20-30 сантиметров. Теперь будем формировать лепестки. Для этого оборачиваем проволоку вокруг фломастера и прокручиваем несколько раз. Должна получиться петелька. Тут важно почувствовать золотую серединку. Если крутить слабо, каркас может развалиться, а если слишком сильно, проволока сломается. Повторяем то же самое 4 раза. Должен получиться каркас с 5 лепестками. Затем с помощью этого же фломастера придадим лепесткам форму. Просто заворачиваем края вот так. А теперь пришло время самого интересного. Будем заполнять каркас лаком. Для этого обмакиваем кисточку в лак и прикладываем ее к лепестку. Аккуратно проводим. Скорее всего, выйдет не сразу, придется наловчиться, но после нескольких попыток обязательно получится вот такой нежный цветок. Цветок нужно просушить, используем для сушки бублик для волос. Через 20 минут, когда первый слой лака просохнет, нужно нанести второй. Для большей прочности можно нанести и третий, и даже четвертый, и оставить сушиться на ночь. Теперь тейп-ленту разрезаем на тонкие полоски и обматываем ей проволочный стебель. Осталось прикрепить цветы на ободок, обмотав их флористической лентой. Украшение для волос готово.